Лето – время интересных поездок и прогулок. Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» участвуют в экскурсионных поездках по достопримечательностям Подмосковья. На днях Серпухов радушно встречал туристов серебряного возраста из Чехова. И вот уже серпуховичи отправились с ответным визитом в Опасненский край. В Чехове экскурсионная программа для туристов серебряного возраста из Серпухова началась с посещения Аннозачатьевского храма. По преданию, каменная церковь зачатия праведной Анны была построена владельцем села Зачатьевского Савой Васильчиковым в благодарность Богу за дарование ребенка. Настолько проникаешься духовностью, настолько здорово ощущаешь себя, красота. Программа активного долголетия очень своевременная, очень интересная. И огромное количество пенсионеров-серпуховичей она объединяет. В разных направлениях работают люди, но им интересно общение друг с другом, физическая активность. Поражает стремление здешних священников, прихожан улучшать и украшать свой храм. Программа долголетия пригласили, я с удовольствием согласилась, потому что я здесь когда-то даже в Чехове работала и была связана с экскурсионным делом. Представители администрации городского округа Чехов составили интересную экскурсионную программу для гостей из Серпухова. Наш городской округ Чехов очень рад приветствовать делегации наших соседей, участников клуба «Активное долголетие», который появился на территории Московской области благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева еще в 2019 году. Радовать гостей мы будем, конечно, нашей историей. Наш Лопасненский край богат своей историей. Есть что посмотреть, есть что показать. У нас есть музей, у нас есть памятные места. После посещения церкви путешественники побывали в музее-усадьбе Лопасня-Зачатьевск. Это родовое гнездо четырех знаменитых дворянских фамилий, связанных родственными узами – Васильчиковых, Ланских, Гончаровых и Пушкиных. Сегодня усадьба – современный музейный комплекс федерального значения. В настоящее время в одном из залов музея проходит выставка известного российского художника Дмитрия Белюкина, посвященная иллюстрациям романа Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина. Еще одной точкой на маршруте туристов из Серпухова стал живописный парк культуры и отдыха. Благодаря вот сегодняшнему дню я очень многое узнала, ощутила в сердце. Такое прекрасное, в какой мы стране живем. Россия – это великолепная страна. Я очень хочу поблагодарить нашего губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева за предоставленную возможность находиться в активном долголетии, что оно процветает, что оно дает нам жизнь. Я приглашаю всех людей своего возраста и старше участвовать в этой программе, чтобы зарядиться позитивом и жизнелюбием. Благодаря проекту «Активное долголетие» губернатора Московской области Андрея Воробьева подмосковным пенсионерам некогда скучать. Они посещают кружки, занимаются спортом, общаются с такими же активистами и регулярно ездят на экскурсии. На этой неделе к нам приедут гости из Ступино, а наши активисты отправятся на экскурсию в их город.